Атомпарк – зеленый массив в черте города, которому предстоит стать одним из культурных и туристических центров Десногорска. По крайней мере, именно так его видят жители города и представители администрации муниципалитета. Это подтверждено и новым дизайн-проектом – сцена, кофе-поинты, многофункциональные павильоны. Это и многое другое изменит облик городского сквера до неузнаваемости. Павильоны кофе-поинт для мастер-классов, буккроссинг, павильоны с качелями, павильоны проката, торгово-выставочный павильон и многофункциональный павильон, который здесь вам представлен. Ну вот это вот вообще называется у нас главная аллея. Презентация проекта благоустройства «Атомпарка» прошла 22 января в Центральной библиотеке Десногорска. Реализовать этот колоссальный объем работ планируется благодаря гранту ежегодного конкурса Минстроя. План преобразований зоны отдыха Десногорск заявит на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения 2020 года». Выигрыш в конкурсе и реализация данного проекта позволит сделать прилегающие территории более конкурентоспособными и в будущем даст толчок развитию всей прибрежной инфраструктуры города Десногорска. Оптимистичные планы далеко не безосновательные. Общая сумма призового фонда конкурса – 5 миллиардов рублей. Их разделят между 80 победителями – малыми городами с численностью населения до 100 тысяч человек. Реализация данного проекта привлечет еще больше гостей в наш город, чем ежегодно мы принимаем. Дизайн-проект будет отправлен на конкурс «Малые города и исторические поселения» до 31 января. Результаты же федеральная комиссия обнародует до 1 августа 2020 года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.